Николай Глазков. Воззвание Минина. Читает Глелетинова Милана. Русь терпела всяческие беды, города тонули в смутном мраке. В Новгороде ликовали шведы, и Москвою правили поляки. Разоряли земли, государства, разрушались терема и храмы. Самое дородное боярство оказалось неспособным самым. Был наследник Грозного повинен в том, что смутны настали годы. В эти дни нижегородец Минин обратился к русскому народу. Призвал он златом и булатом ополчиться против иноземцев. Прозвучал его призыв набатом и объединил единоверцев. Собралось большое ополчение, от врагов Москву освободило. Таково в истории значение слово, обретающее силу.